то самое легендарное хозяйственное мыло со штампом 72% теперь производят в Приднестровье. На Бендерском мясокомбинате вслед за линейкой чистящих паст и жидких моющих средств начали выпускать и кусковое мыло. Подробности у Светланы Мартынюк. В этом цехе БМК пахнет чистотой и стиркой, но это не прачечная. Здесь производят натуральное хозяйственное мыло. Вот сырье для него, мыльную стружку, сварили заранее. В составе только жир и щелочь. Дальше заготовки отправляют в пресс, а на выходе идеально ровные пласты, которые осталось поделить на бруски. Мыло здесь делают разное по весу. Мы на сегодняшний день выпускаем 5 видов кускового мыла. Это мыло хозяйственное по 200 грамм, 72%. Мыло хозяйственное 180 грамм. А еще в линейке есть ароматизированное мыло. Называется «Хозяюшка» и «Майдадыр». Ну и изюминка коллекции – кофейный скраб. Когда варят это мыло, добавляют натуральный молотый кофе. На упаковке написано «Очищают сложные загрязнения и избавляет от неприятных запахов». Например, навязчивого аромата чеснока. Но и для мытья рук такое мыло отлично подойдет. Кофе в составе нежно отшелушит кожу. Это все-таки скраб. Ну а запах хозяйственного мыла едва уловим. У него другая задача – бороться с пятнами и грязью. Прежде чем получить мыло по ГОСТу, пришлось потрудиться над технологией, рассказывают специалисты. Но результатом здесь довольны. Прекрасно отстирывает вещи школьникам, маленьким детей, если кто-то запачкал травой, ягодами. Это мыло гипоаллергенное и безопасно для детей. Вот специальным штампом на кусках мыла ставят легендарный знак – 72%. Цифры – это содержание жирных кислот. И чем выше процентное значение, тем эффективнее мыло справляется со стиркой. 72% – это стандарт, которого также придерживаются на БМК. Мыло, прежде чем запустить в продажу, тестировали в заводских условиях и дома, на цветной одежде и постельном белье. Все проверки хозяйками прошли успешно. Где-то вот это вот засурено, хорошо намылить. Потом это вот постирать, оно получается идеально белое. Отечественное натуральное мыло уже появилось в продаже на полках супермаркетов и магазинов. Вот эту партию здесь приготовили под заказ и будут варить мыло дальше с уверенностью. Бендерское мыло обязательно оценят приднестровские хозяйки. Светлана Мартынюк, Дмитрий Редькович, ТСВ.